Николая Ивановича не стало 13 октября 2018 года. Сегодня каждый участник соревнований почтил минутой молчания великого спортсмена, тренера, выдающегося советского пловца. Николай Панкин впервые поднялся на взрослый пьедестал в 15 лет. За свою спортивную карьеру он принял участие в 3 Олимпийских играх, установил 4 мировых рекорда и 16 рекордов СССР. Целое десятилетие он был одним из лучших пловцов мирового уровня в стиле брас. Этот турнир проходит уже 12 раз. И в течение 6 лет он уже проходит без Николая Ивановича Панкина. Рад очень, что вы приехали сюда и готовы бороться за лидерство в своем регионе. Я надеюсь, что вы покажете очень хорошие секунды. Желаю вам от себя лично быстрой воды, хороших достижений и новых рекордов. После завершения спортивной карьеры Николай Иванович стал тренером. Свой опыт и умения он передавал ученикам. Результат тренерской работы очень высок – 10 мастеров спорта. Свое приветствие в адрес турнира прислал первый заместитель председателя правительства Российской Федерации, председатель Высшего наблюдательного совета Федерации плавания России Денис Мантуров. Он тоже был воспитанником Панкина. И пусть не все сегодня взойдут на пьедестал, уверен, опыт участия в заплывах, честная и бескомпромиссная борьба дадут каждому участнику новые стимулы к преодолению трудностей, а главное, подарят новых друзей и верных товарищей. Желаю всем участникам соревнований настоящего спортивного азарта и неукротимой воли к победе, а болельщикам и гостям ярких эмоций и впечатлений от этого спортивного праздника. Первый заместитель председателя правительства Российской Федерации Денис Мантуров. После переезда в наш город Панкин активно включился в подготовку муромских пловцов. За свою жизнь Панкин воспитал много талантливых пловцов. И нам повезло, что последние годы своей жизни он провел в Муроме. Все муромские ребята, которые занимаются плаванием, помнят о нем и стараются быть на него похожими. В турнире «Мастер браса» имени Николая Панкина приняли участие более сотни спортсменов из Владимирской и Нижегородской областей. Я занимаюсь плаванием уже 7 лет. Меня привели, чтобы я научилась плавать просто. Но потом мне понравилось. Добиться таких же результатов, как у него, это мечта каждого брасиста. Все, кто увлекается брасом, хорошо знают Николая Панкина. Я в Муроме на соревнованиях Николая Ивановича Панкина уже 3-й раз. Мой основной вид – это брас. Я им плаваю уже 7 лет. На нем я выполнил свой первый разряд, это кандидат в мастера спорта. Также я Николай Иванович Панкин ценится в нашем виде, потому что он внес свой большой вклад и свою лепту, оставил в нем и большой опыт передал нам. Николай Иванович Панкин – великий человек. Таких людей вообще надо знать. Все-таки в 15 лет мастер – это великое достижение. Не каждый так может. Очень нравятся такие соревнования. Очень восхищаюсь таким пловцом, как Николай Иванович. Он всегда был и остается для нас примером для подражания. По результатам соревнований в своих возрастных категориях победителями стали Светлана Парамонова, Роман Дворников, Светлана Парфимович, Артемий Алексеев из Владимира, Полина Угодина из Кольчугино, Матвей Есин из Навашино. В командной эстафете бесспорными лидерами названы также пловцы из областного центра. Елена Петрова, Алексей Кузьмин. Наши новости.